Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Флейзин, Леха Джейл. И сегодня мы играем игрушки под названием GTA 5 Online с рубрикой «Сломанная дорога». Всем здорово, чуваки! Ребята, я знаю, что вам эта рубрика безумно нравится, поэтому в этом ролике мы с вами собрали две самые безумные и необычные коллекции тачек, которые сегодня мы протестируем на нашем великом эксперименте «Сломанная дорога», где мы с вами должны проехать весь этот путь от начала до самого конца. Только есть одно маленькое усложнение. С каждым уровнем вся эта дорога ломается все сильнее и сильнее. Так что будет очень интересно посмотреть, какая же из наших тачек проедет этот путь до самого конца. А вы, ребята, досматривайте этот видос до конца, ведь сегодня у нас подготовлены самые крутые тачки. Ну и влепите лайк этому ролику, ведь ваши лайки мотивируют нас снимать для вас видосы каждый день. Так что чем больше лайков, тем больше новых видосов. Ну и также нажимайте красную кнопочку подписаться, ведь нас, ребята, скоро 4 миллиона! Ну, как скоро? Может, через годик? Но если ты подпишешься, то эта цифра наберется как можно быстрее! Ну и я желаю каждому приятного просмотра, приятного аппетита, но мы полетели! Вот теперь, ребята, мы с Лехой готовы начинать нашу эпичную рубрику, когда уже тестируют все эти необычные и классные машины на нашем крутом эксперименте. И в первом раунде, ребята, зарядятся две самые маленькие, самые крутые и самые необычные тачки для лилипутов. Слева это красный помидор, справа это желтый покемон. Ну и так как по правилам нашего шоу, ребята, мы должны меняться в каждом эксперименте местами и должны выбирать команду тачек, то в этом видосе Леха будет первый, так как в прошлой серии я уже был первый. Так что, Леха, выбирай! Я выбираю коллекцию! Желтый, красный, желтый, красный, желтый, красный, желтый! Так. Желтый! Я выберу желтый! У них более спортивные машины, смотри! О, то есть ты хочешь сегодня за желтую команду покемонов, да, играть? Ну, да. Ладно, ребята, я думаю, наоборот, сегодня красные помидоры выиграют, тем более... Ты посмотри, там Тесса летающая есть у них сзади, так что мне кажется, она по-любому выиграет. Вот 100%. Ладно, ребята. А посмотри на колеса в первом раунде, какие козявки тут и какие здоровые бигфутные колеса в этой тележке. А ты посмотри, какой корпус и какой мотор у меня, а какой у тебя. У тебя вообще там маленькая какая-то фигня. Супермотор! Ой-ой-ой, супермотор от тележки, там это взяли, мотор поставили и все. Ладно, Леха, ты едешь первым, поэтому раз, два, три, газуй, а я буду смотреть на тебя. Раз, два, три, два, один, погнали! Ребята, давай, чувствую, Леха упадет, знаете где? Где-то на желтом уровне. Вау! Сальто! Оп-оп! 10! Ты это знаешь, на кого был похож? Ты был похож на дедульку какого-то, пердульку, я не знаю. А ты на бабульку! Ой, бабулька, сейчас бабулька тебе покажет, как на самом деле надо ездить. Давай, так, ребята. Бабулька! Чего? Резкая, дерзкая! Это довольно-таки сложный транспорт, но я попробую на нем нормально проехать. Раз, два, три, погнали! О, вы, ребята, влепите лайк, другие песни! Ай, тачки! Бабулька! Далеко улетел! А что бабулька такая фиговая? Так нет, подождите! Ай! Ну, вот это лайкос однозначно. Ребята, это самая худшая тачка, которая вообще возможна. 4 балла. Это трындец какой-то. Это рекорд. Рекорд по минималке. Ага, рекорд по минималке. Короче, ребята, в этом раунде я пока что проигрываю, но у нас есть второй раунд, в котором мы, кстати, переходим. Вот во втором раунде я тебе 100% делаю. Как раз таки... У нас фиговые тачки. Что за бред? Подождите, то есть у меня сегодня картонная машина, а у Лехи машина колесо. Но это полный трындец. Ребята, это все тачки вы писали в комментариях, так что сегодня мы их протестируем. Ладно, ребята, я еду первый. Я ее сейчас делал, подожгу. А я тебя сейчас кину, давай, уходи, уходи. Пока! Все, ребята, начинаем наш раунд. Раз, три, погнали! Как раз, ребята, смотрите, у меня очень быстрая тачка, у меня она очень длинная, поэтому я сегодня проеду по-любому дальше всех. Упал, что ли? Что за фигня? Какой 15-й уровень? Вы чё? Ладно, ребята, у меня 15-й уровень у этой картонной машины из-за этого вот очень большого спойлера, который у меня впереди. Я предсказываю, сейчас будет 20 баллов у Джала. Ой-ой-ой, 20 баллов, давай, газу. Где ты там, колючка? Вот он едет, ребята, я надеюсь, что он упадет. Лови 20-ку, Паша. Ребята, стреляй, давай, ой, вау. Нечестно. Ты охренел, что ли? Я тебя снайпнул в полете.
Ладно, восстановили мы, короче, колесо, накачали его, вот он не там, это видите. Да, больше не буду. Ребята, я его снайпнул. Так, ну-ка, я хорошо. Двадцатка, давай! Да как? Ребят, приезжают! Летит! Мировой рекорд! Да куда еще ты летишь? Хватит! Хватит! 23! Капец, ребята! Что-то я, кажется, реально сегодня фиговую коллекцию выбрал! 15 против 23! Ну, хотя бы в третьем раунде я, надеюсь, отыграюсь! Да ты не расстраивайся! Не впервой проигрывать тебе, Паша! Подумаешь, фиговая коллекция досталась тебе! Ага, фиговая! Не-не-не, Лёха, я смотрю это на свою коллекцию, и мне кажется, и ты что? Сегодня проиграешь! Потому что у меня самые крутые тачки! Летающие, реактивные, длинные, на гусеницах и на больших колесах. Ты зацени! Ой-ой-ой, ну, Лёха, тем более все эти тачки выбирали подписчики в комментариях. Да, именно вы. Так что, ребята, сегодня я победил 100%. И там были и реактивные тачки, и прыгающие, и самые быстрые, и самые длинные, и самые короткие, и самые быстрые. Так, короче, вообще трындец полный. Кстати, кроме мотоцикла, почему-то мотоциклы вообще никто не писал. Ребят, давайте так сделаем. Если вы хотите мотоциклетную серию по сломанной дороге, то, пожалуйста, напишите «мотоциклетная серия». Или там, например, «хочу мотоциклы», или там «не хочу мотоциклы». Короче, ребят, давайте сделаем так. Если будет много лайков и куча комментариев, то мы снимем мотоциклетную серию. На наш следующий раунд будет на трициклах. Едем мы одновременно. Ты готов? Быстрее, как думаешь? Ну, мне кажется, у меня, потому что у меня... Мне кажется, у меня. Посмотри, какой. Ой, а у меня тут написано Раптор. Это дальше. А у меня написано Кабриолет. Кабриолет, фигня полная. Раз, два, три. Пакет не сдула. Погнали, вау. Давай. Ага, пока. Я быстрее. Что за нитро у тебя секретное? Газуй. Подпугивай там, я. Подпердывай. Стоять. Кто-то упал, Я мог больше заработать тебя на 18 баллов. Не получилось бы. Ладно, ребят, получается, у нас у обоих тачки одинаковые, и 17 баллов получают. Мы переходим дальше. Блин, я вот смотрю на эти две тачки, и вроде как, они одинаковые, ну, да. Ну ладно, ребят. А ты куда сел? Поехали! А ты куда сел? Это моя машина, ты перепутал! Молодой человек, вы что-то, мне кажется, перепутали! Нет! А давай поменяемся на этот раунд один раз! Уже не получится меня обмануть! Как в прошлой серии, какаха вообще офигевший! Ладно, ребята, наши следующие тачки — это крутые быстрые драктеры, которые разгоняются до миллионов километров в час! Так что мы сегодня будем соревноваться по скорости! Ладно, Лёха! Смотри, через винтовку свою, готов! Ой-ой-ой! Так, блин, больше ты едешь, блин, первый, я совсем забыл! Так! Три! Полный вперед! Газует! Смотри, там, ну-ка! И я надеюсь, ты упадешь! Серый уровень! Мне кажется, ты еще одну сел! Я на 28-й! Человек-паук! Ну, ладно, хорошо, 28, так 28! Мы должны побить этот рекорд! Раз! Два и три. Погнали. Все, ребят, погнали. Вау. Это слишком быстро. Нет. Стойте. Все, три балла тебе. Подождите, какие три балла? Нет. Какое это нечестно. Ладно, четыре. Я требую реванш, я еще застрял. Это была ошибка. Ошибка какая-то, ребят. По-любому ошибка, наверное. Все было по-честаку. Нет, все было ошибкой. Ладно, раз, два, три, погнали. Мой лучший трактор, самый быстрый. Да как ты быстрее меня-то, я не пойму. Ой, летим, ребята, летим. Летим! Давай! Ну, ладно, это хотя бы лучше, чем 13 баллов. Получается, у меня, ребята, 23 уровень у Лёхи. 28, да, первая попытка у тебя самая лучшая. Ладно, пока что засчитываем наши результаты, а мы переходим к следующему раунду. Ну все, Паша, сдулся. Победа сегодня у меня будет в кармане, понял, да? Победа, конечно, чё? Ни разу не победил еще. В смысле ни разу? Вообще, да, один раз был выигрышный. Когда? Ну... Трициклы? Вроде как... Нет, трициклы наравне мы проехали, ты меня не победил. Что? Так
как? Что за фигня вообще такая, ребят? Ладно, вот в этом раунде, вот в баге, я тебя по-любому выиграю. Давай, ребят, сейчас тут, Макс ловит и улетит. Тут у меня уже большие колесики, а твои вот эти вот шипы, фигня полная, на, наеду на тебя. Это шипучка, это колючка, это липучка, понял? Ой, шипучка, колючка. Ладно, ребята, беру Аскерган, раз-три, погнали. Давай, пожалуйста. Газуй. Я надеюсь, что в этом раунде я, ребят, смогу выиграть Леху и хоть как-то дорваться. Потому что я, ребята, что-то проигрываю. Так, ладно, давай. Идеально, 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 давай, потихоньку, да, серый, рекордмен, задом, я, стойте, ай! Вот это трюки! Это трынги, дайте мне хотя бы вторую попытку, может, ой, ребята, вы это видели, я там и задом, и передом, и вообще боком, вообще набаливал. Заломайте колеса все, понял? Давай, шипучка-липучка, газуй, потом я буду газовать, ой, ого, поехал, и, ребят, я мега прилипну, сейчас мне кажется, Леха по-любому пойдет где-то на синий уровень, вы посмотрите. Смотри, на него. Рекорд, до конца доеду. Ой, оп, хватит, оп, падай, оп, падай. Нет, Паша, я буду ехать и ехать. Ау, опа. 26. Ладно, ребята, я доезжал до серого уровня, поэтому я сейчас должен проехать полностью всю дорогу. Но... Ты снова упадешь. У меня другая тактика. Я возьму прям Аскерадгон от самой вот этого краешка. Рада, три, погнали. Ребят, давай задом, держите снова за меня кулачки и влепите лайк, потому что пока что я еще ни одного раунда даже не выиграл. Я буду фофан держать тебя. Да, давай, какой фофан? Мне чище палаха сейчас дам. Ладно, ребят, так, все. Главное ехать. Давай. Да, нормально. Ты так, чё? Ребят, нас крутит. Задом. Нет, хватит. Да, стоп. До свидания. Я засейвился на этой ступеньке. Тихо. Сколько? 33! Леха, кому-то сегодня трындец! Все, ребята, в этом раунде я 100% побеждаю, а у тебя сколько там было? 26 вроде бы! Да, ребята, в этом раунде я 100% побеждаю, это мой новый рекордсмен! Все, Леха, сдулся, да, проиграл один раунд, вот сейчас второй, один третий, четвертый, давай, да. Езжай. А следующий раунд ты тоже проиграешь, и тут, ребята... Ой, а у нас, ребята, уже тут тачки на гусеницах идут. Yes. На, я тебя выиграю тут тогда и задавлю тебя вот так вот, бам, вау, уничтожил. Ладно, ребята, начинаем на 4. Смотри, погнали. Серьезно, ты меня сейчас забираешь и лобные колеса, когда у меня настоящие гусеницы. Так, надеюсь, давай, они хорошо проедут, пожалуйста, гусеницы. Сороконожка, темная кошка, давай. Сороконожка, давай, газуй, давай. На синий, нет. Лепешка. Ай, ладно, 20 уровень у меня, ну, честно говоря, это неплохо, ведь у меня, ребята, очень большие гусеницы, и для этого... Ты на меня посмотри! Окей, так, ну давай, я уже выехал, так выхожу One, и смотрю. 1, 2, 3, let's go! Стой, Акмир, ай-яй-яй! Фух, так, форс-мажор, ребята, никогда не оставляйте машину на горке. Так, ладно, давай, Лёха, гадуй, я смотрю на тебя. Ой, едет, смотрите, такой снежный внедорожник. Ну, вижу, так едет... Тормози! Проезжаю идеально! Да хватит! Нет, стоп! Да как? Нет! Ой, 28! А, это 23! Да как, ребят? Он побеждает меня на 3 балла! Слабо побить рекорд мой! Так, стоп, подожди секундочку, я делаю перезаезд! Не, ребят, ну это бред какой-то, ну у меня же тачка мощнее, лучше, она круче выглядит, ну как я проигрываю-то? Ладно, 1, 2, 3, погнали, вот сейчас главное, ребят, собраться. Так, у тебя там сколько? 23, у да, я так полагаю? У меня 23, вот где я стою, давай, преодолеешь. Ладно, где? Ребята, давайте газуем, главное, все будет чики-пуки. Главное, так, хорошо упасть, Паша. Давай, нет! Ну, хотя бы наравне, слушайте, ребят, мне это тоже нравится. И ладно, в этом раунде я не проигрываю, и мы переходимся к нашему следующему раунду, где нас ждут крутые тачки. Меня уже это все раздражает и очень сильно бесит. Почему у тебя тачки круче оказались или... А у тебя больше машина. Ну, у меня тут, ребята, уже лимузин подлиннее, и мне кажется, он проедет до конца, и тебе хана будет. А мы одновременно едем, давай. Ладно, я тебя собью. Готов? Знаешь, в чем плюс? В чем? В чем? То, что у меня внедорожник! Что? Зато у меня длинная машина, и она проедет все очень изи. 1, 2, 3, погнали! Все, ребята, разгон! Сейчас не догонишь! Нас не догонят! Я тебя догоню, Паша! Ой, давай! Иди, папу! Нет, ребята! Ой! Так, сейвимся, ребята, сейвимся! Палка, шпала! Слышь ты, шпала! 24, мы наравне? Это так. Да! Мне это не нравится. Давай, вали отсюда, вали. Я требую вторую попытку, ребята. Это нечестно. Что за фигня? Почему мы наравне, ребята, едем? По луку. Так, еще раз. 1, 2, 3.
два, три, я поехали! Вот тут, ребята, я уже взял побольше разгона. Толкай и надеюсь, меня. То, что разворот, это, результат будет лучше. Так что, давай, разгоняйся, пожалуйста, маленькая тачка. Нет, Паша, у тебя будет проигрыш, что? Пока! Давай, нет! Давай, да! Ребят, сколько? Я приземлился на 24! А я 21! Ну, ладно, ребята, тут уже результат у меня получше, и все же, наконец, я побеждаю Леху! Но у нас еще впереди два раунда! Ой, мне уже не терпится протестировать настоящие нет! Делорианы и вот эти реактивные тачки! Что это такое? Она неуправляемая! Ой-ой-ой, а у меня... Ну, слушай, у меня тоже у как-то не лучшая тачка. Ну, ладно, зато у меня она полноценная машина. Я уехал, Паша. И... Ага, уехал, я тебя вижу. Вон я теперь уже лечу. А... Ты меня видишь, нет? У тебя беды с башкой или что? Давай, это самое, кто у нас едет первым? Получается, еду ты первым. Вау, ребят, полетел, смотрите, полетел покемончик. Я говорил, это нереально. Здорово, 16 баллов. 16 баллов? Ты будешь делать там вторую попытку, может, или ну еще да, что-то? Ну да, возможно, сделаю. Ладно, давай газуй. А я, ребят, попытаюсь сейчас проехать дальше него. Родри, погнали. Так, первый ускоритель, ребята, используют. Я посмотрю на тебя. Я помню то, что в реактивных тачках самое главное использовать реактивный ускоритель. Падай! Вот 3-4 раза. Давай, да. Ага, лети, пожалуйста, да. Пожалуйста, нет. Почти, ребята, я как это блинчик уже падал на последний уровень. У меня 34 балла. У меня... Нифига. Кстати, вот знаешь, ты меня хоть и во всех раундах побеждаешь, но зато у меня две машины рекордсмены. Реально. Итак, Алексей Джел на стартовой позиции, и он едет. Но... Паша, помоги, это фигня полная. Неплохо, конечно, он едет, ребята. 14 вообще. 14? А какой у тебя прошлый результат там был? 15 вроде 15. бы. Ну, давай на 15. Ребята, хоть это и реактивная тачка, ну вы посмотрите, как она падает. Зато это у меня ужас. Тачка оказалась лучше. И мы переходим к нашему финальному раунду. Я вот надеюсь, что это подписчики нам напишут в комментах протестировать мотоцикл, потому что мне самому интересно, какой мотик доберется дальше. Интересно. А вот, ребята, мы уже пришли на наш следующий раунд. Получается, это, ребята, летающие тачки. Тесла или же, ребята, японский Делориан. Супертачка! Блин, я вот... Обманули дурака. Ёлки-палки, я уже подумал, ты это упал. Ладно, ребят, получается, сейчас мы проверим топы крыши, и мы едем одновременно. Готово? Раз, два, три, погнали. Все, ребята, давайте. Тесла газует, давай. А опа, мы вверх не взлетаем же, да? Да, вверх мы не взлетаем, ребята. Мы просто берем и смотрим, как машина сможет себя повести на этой поверхности. Я надеюсь, до конца долечу. Я надеюсь. Да, ребят, все, машина. Машина перекатилась, а я... У меня проблема. Давай, пожалуйста. Да! Ребята, рекордсмен забрался до конца. Я наткнулся! Ты чё, башня? Я не понятно. Ты это пизанская башня, которая там нагнулась и всё. Ой, теперь я ещё упал. Стрингет. 23! 23, а у меня, ребята, 35. Всё же я ждал, я надеялся, что Тесла будет круче, и она реально оказалась всё же лучше. Получается, ребят, давайте же подойдём итоги сегодняшнего видоса. Ну и что твои тачки дальше доехали? Зато я тебя в больших раундах сделал сегодня. Ой-ой-ой, Леха, и что во многих раундах ты проехал дальше? Зато у меня тачки сегодня рекордсмены. Получается, ты посмотри, красная Тесла моя заняла 35 баллов. Золото! Потом красная АК заняла 34 балла. Это серебро! Тоже моя. Ну и красная баги 33 балла. Кстати, тоже Правда? Моя. Короче, ребята, сегодня в ролике, мне кажется, по-любому мои тачки и круче. И они победили твои. Ну и, ребята, если вам данный ролик понравился, то, пожалуйста, влепите ему свой лайк, подпишитесь на мой канал, делайте красную кнопочку подписаться серой. Ну и про Леху Джоу там тоже не забываем. Ссылочки на него в описании. Все наши, всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Но все же у меня остался один вопрос. Делать ли нам мотоциклетную серию? Напиши в комментах, что сидишь, да? Ну и лайк поставь. Ну и посмотри видосы, которые на экране вылезли. Спасибо огромное.